Полностью пожар был потушен в 3 часа ночи. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. В борьбе с огнем было задействовано 72 человека, 24 единицы техники, в том числе из соседних районов. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало. По информации регионального управления МЧС России, пожар возник внутри одного из ангарных помещений.